мышление на самом деле требует инструментария. Впрочем, инструментарий нужен очень нехитрый для того, чтобы, правда, дефицитный иногда бывает, но по нынешним временам, но нехитрый. Нужна бумага и нужен карандаш. Почему? Потому что если мы говорим про вот такую рассудочную деятельность, вот такое сознательное мышление, то оно очень ограничено в способности учитывать факты. Ну, доказано, не буду вас грузить этими обстоятельствами, что мы, мышление наше удерживает лишь очень ограниченное количество, ну, там 3-4 интеллектуальных объекта, которые, взаимосвязи между которыми он может устанавливать. Как только появляются дополнительные, вы не видите все время всех игроков, которые движутся по полю футбольному, ну, кто в футбол играет, кто, или болеет за него. Вы смотрите там, где мяч, и вокруг него вот эту драматургию, понимаете, а там же еще много других, который в этот момент что-то там свои задачи выполняет, но вы фиксируетесь на определенном месте, а другое не видите. Если вы не будете это видеть и не будете это замечать, вы будете таким тренером, который только за этим мячом следит, и тремя игроками, которые его между собой там сейчас крутят, вертят, там, понимаете, вы не поймете, что у вас в защите что-то случилось, понимаете, он там пульнет, это ногой стрельнет, это улетит в то ворота, а там у тебя защита не стоит, потому что ты не подумал, потому что твое внимание сосредоточено. Но вот наше подсознание, наша дефолт-система способна, специальная такая часть нашего мозга, не часть, а нейронная сеть, которая способна вот на подсознательном уровне продумывать вопросы, которые для нас важны и которыми мы внутренне озадачены, вот, она способна удерживать значительно большее количество фактов. Но из-за того, что наше внимание постоянно переключается, ну, во-первых, нас постоянно отвлекают, постоянно с одной мысли на другую мы можем перепрыгивать там, и так далее. Чтобы это избежать, мы берем бумагу, можно не поскупиться на этот раз, все-таки вы вопрос жизни своей решаете, вот, формат А3, вот, и дальше используете ее для того, чтобы зафиксировать те факты, которые вы можете про свою ситуацию, про свою проблему, про свою задачу, про свой, про свой приоритет или какую-то свою ценность. Там же много фактов, да? Вы же много можете вопросов задать для того, чтобы уточнить, разъяснить, понять, по-настоящему увидеть весь объем, сложность ситуации, всех участников ее, все их взаимосвязи с друг с другом. Вот. И вы их начинаете выписывать. И таким образом вы свое подсознание, потому что ваше подсознание имеет дело с большим количеством фактов, в отличие от сознания, которое имеет дело с очень ограниченным количеством фактов, вы свое подсознание, по сути дела, выворачиваете наружу. И как только вы выворачиваете элементы, которые есть, которые составляют, собственно говоря, суть дела, вы помогаете своему мозгу увидеть возможные варианты решений. Потому что вы видите как бы то, что делает ваше машинное мышление снаружи. И если в противном случае надо надеяться, что она сама будет настолько озадачена, как у какого-нибудь Архимеда. Он же не просто так сообразил про Эврика-то у него случилось. Он же сколько думал перед этим, сколько он фактов крутил, понимаете? Как, чтобы понять, как вычислять-то этот, объемы этого металла, прежде чем в ванну-то залезть. Это все же не сразу случилось. Потом думал, 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 и тут раз, аналогии, и он сложил. Но он был озадачен. К сожалению, нам трудно такой уровень озадаченности, особенно в современном гиперинформационном мире, удерживать. Но поэтому нам нужны вспомогательные инструменты. И бумага, и карандаш – лучшие для этого инструмент. Я проверял. Вот, очень хорошо использовать для выворачивания содержания машинного мышления своей и, возможно, где-то перепрограммирования, определения новых ходов и так далее. И вы получаете, в общем, очень продуктивный ресурс быстрее решать накапливающиеся у вас интеллектуальные задачи. Потому что проблема состоит в том, что вы, когда чем-то озадачились, вы можете быть слепы к другим проблемам, задачам, которые тоже требуют вашего внимания. И до тех пор, пока ваш мозг сам по себе, ваше машинное мышление не приедет, по этой задаче другие будут находиться на ветру, холоде,
дожде и других негативных погодных условиях, их умерщвляющих. И так вы этого и тут не решите, и там вернетесь, а там тоже не весело. Вот. Поэтому, а это очень хороший инструмент, который позволяет вам продумать, возможно, решить, принять какие-то промежуточные решения и дальше загружать свою машину мышления, свою дефолт-систему, программировать ее на решение следующей задачи. Так, следующей. И действовать целенаправленно и добиваться использования вашего интеллектуального ресурса, который очень важен, как и любой ресурс в экономике капитала.